Кому вел, да? Альберт Кехов, Литва. Альберт Кехов из Литвы.
Виталия Куравлия. Беги, победила. Победил Коэн Слик Петки. Коэн Слик, Бельгия, is the winner of that game. Победил Шамкир Кудинов, Узбекистан. Шамкир Кудинов, Узбекистан. Азербайджан, Сантьяго, Захиро, Узбекистан.
Nagar Sultan of Azerbaijan, Sanyar Bekirov, Uzbekistan, next contest on mat C. На данный момент победил Далин Бонавелли, Грузия. Далин Бонавелли, Georgia, is the winner of the league. А можно немного подвинуться? Уважаемый, ты на месте сидишь вообще. 12-й, 3-й. Который мотор? Можешь подвинуться. Место не занимается. Нет, почему? Какой, ладно? Ну, не трогай. Пожалуйста.
Давай купим подходим. Шушакова, Россия. Татьяна Шушакова на нашей уединенной. На катании Д приглашаются участники Ваева, Казахстан, Михаила Сукалова, Чех Репаблик, Нунгула Ямабаева, Казахстан, Мехконте, Мехконте. Thank you.
Номерами 1, номерами 3. Номерами 3, Сашалько. Ольга Сарабина. Thank you.
Thank you.
Одна уже закончена. Поправка на Татамиде. Победу встречи одержала Вока Лещенко, Беларусь. Вока Лещенко, Беларусь, is the winner on the team. А это минут 40 минут. Но пальцы. На татамиде приглашаются участницы самой категории корпуса килограмма Анна Гармига, Португалия, и Ванесса Арена Нефди. Yeah.
stop. Kurt van Mol, Netherlands, and Sacha Sapiko, Kazakhstan, are caught to make the lead. After the current contest, please get ready, women 63 kilos. Women 63 kilos, get ready for the contest after the current fight on men B. Anika Szczepanska and Sarah Alvarez, Spain. Anika Szczepanska, Poland, Sarah Alvarez, Spain. You will be contesting after the current contest on men B. Юга. Смотри, 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 сколько далее. Смотри. Анетта Шчепанска, Польша, Сара Альварес, Испания. После текущей встречи она дали дальше. И тут не дали, и тут не дали. Да. Что? 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 Не сядь. Надо отмечать эти всех. Надо, наверное,
The golden score rule is new on net three. Thank you.
Надо выбивать танки. Быть наготове уже. Смотри, уже пошло. Миша не зашевелился еще, нет, Кларчиком со своим не подтянул за кого. Армения,
Побежал, да? Вот вторая заканчивается. Скоро закончится. Я думаю, до конца не хватит. Опять на убежание вообще просто. Через голову сделал. Он сделал через голову первый сразу, да? Да. Поляшки. На этот момент приглашаются Изабель Фернандес, Испания, Карио Ньени, Финляндия. Предыдущая встреча на этот момент победила Барбара Паррелл. Слушай, это башка была, да? Вот одна здесь, большой дочь под кресло попала. Теперь победу одержала Изабель Фернандес, Испания. Изабель Фернандес, вот вы на найти. На этом этапе приглашаются Бригитта Слава, Венгрия, Вена, Бельгия, Швейцария. Бригитта Слава. На татами П вызываются Константин Семенов, Беларусь, Юэль Развозов, Израиль. Константин Семенов, Беларусь, Юэль Развозов.
Israel are on the Артемчик, иди сюда. Артем, капитальник, так, вот это я тебе даю, там у меня положение лежит, на это самое, внутри, видишь, положение, журнал.
то ты мне в понедельник его привез. Понял? И он потерял доверие. Артем, у тебя есть сумка? Вы хоть посмотрите, что там есть. Это не тот, который был в стол, да, Паша? Next contest of Man B will be women 63 kilos. Women 63 kilos, Man B. The next contest. Sara Alvarez, Spain, and Lucie Decos, France. The next contest on Mendy. Thank you.
Sara Alvarez, Spain. Lucie Descos, France. Ex-Contest, Italian Spain. Мы тогда МИПЭП победил Леандро Гуиеро, Бразилия. Леандро Гуиеро, Бразилия. Мы тогда МИПЭП. Женщины весовой категории до 63 килограммов. Сара Альварес, Испания. Люси Декос, Франция. У вас есть недостатки? Не знаю, где ярмарка? Где можно только... Я буду сходить. Давайте, можно, парень? Я просто поезд. Please get ready and set up the kilos.
Акос Браун, Хангари. Киоши Уемацу, Спейн. Next, next, next. The next contest for 19. Hitomi Tomohisa, Japan. Veronika Krajcuk, Poland. The next contest for 19. 63 kilos. Thank you.
Вина 63-0. За датами ПЭП. Утешительный встреч Айжанова, Казахстан, Наталья Мельникова, Россия. На этом месте победу одержала Лариса Франция.
Ну, на данный момент весовая категория 173 килограммов, утяжеленные плечи, превозошли в груди. На данный момент приглашают для Баба Буховского Польша, Ахмед Сари Цоги и Георгий Левазашвили Джорджия are called to have been. На татами Фрейд приготовил участие в этой категории до 60 килограммов. Кирилл Туае, Франция. Казухико Такуму, Япония. Плин, Ерли Станек Спайк, Мэтт Си. Weight category 60 kilos. Thank you.
На татами С победу одержал Кирилл Куаевский. На татами С приглашает Евгений Станик, Россия, Кенджи Кунмакту, Испания. Евгений Станик, Россия, Кенджи Кунмакту, Спейн, Арнвакин, Тюменский. На Дадали ПЭП вызывается Анис Луниси, Тунис, Давид Бадавель, Грузия. Анис Луниси, Тунисия, Тунис. Анис Луниси, Тунисия, is the winner of the
Константин Семенов, Беларусь. Мы за тобой следим уже полчаса. Я понимаю. Да, так что это правильное дело. Записываем, когда твое движение. Видишь, я считаю, что стал разговаривать, мы стал шагнули вперед, Андрюх. Пойди, Андрюх. Видео, знаешь, у тебя живая картинка. Можно кубан читать. Да. Что ты там один нас интересует? Это так, жизненные позиции или что это? Уже который раз здесь на другой трибуне сидим. На задании ПМ. После встречи, которые проходят в Казани, состоялась встреча между Мельниковой Россией и Мальцаном Шермалет. Украинец. Ну, венгер, то ладно, мы сейчас нас взял. Это не наша. Как не так? Не тот, это не Унгар. Что отсюда не нет? Другой парень. Унгар, вот такой волосатый, худенький сейчас. Худенький, да, и это. На этом этапе последователь Жола Литвина Лушникова, Украина, Литвина Лушникова, Украина, Литвина Лушникова. На этом этапе всех приглашаются Виктория Наги, Венгрия, Жозефина Матвей, Италия. Виктория Наги, Англия, Жозефина. Иди, нужна Сардиния, нужна Бабилла. И да, парочка туров принимаем. Я сейчас обязательно. Вот почему бы нам не взять Люси Декос, Франция, то же самое с Сардинией. Я думаю, можно и на Сардинии договориться. А там, и если да, классно, и сбор отличный, и вообще сбор. Видел? Мне там никого не надо. Да, да, да.
На данном месте приглашаются Минко Чорик, Эстония. Да, давай, давай. Я... Внимание, готовятся мужчины встречам за выход в финал этого категории 34 килограммов. Мамка,
Ух ты. Привет, Андрей. Я Сашка звонил, но я там что хотел спросить. Они там под рекламу там увидели, что крепеж какой-нибудь. Дальше, ты просто проконтролируй, а то потом придется крышу дырявить, не хотелось бы. Спасибо, что пришел. Ну, желательно, чтобы они, конечно, до 1 числа закрыли уже все. Ну, чтобы уже можно было внутри начинать. Ну, так все нормально у них? Клаудия Мальцан, Германия. Клаудия Мальцан, Германия. Has won the contest. Will fight for the bronze. Опа, класс какой. На татами Пен встреча за выход в финал весовой категории до 73 килограммов. Киоши Уематсу, Испания, Шокир Муминов, Узбек. Посмотри, Йом, повтор. Уематсу, Спейн. Я точно не могу, но Лёха что-то говорит. Шокир Муминов, Узбекистан. Он не... На этом саммите проходит встреча поминаторского канала Барбара Буховска. Георгий, Болгария. На этом саммите в предыдущей встрече победу одержала Софико, Великобритания. На этом саммите приглашаются Валерий Дегрис, Бельгия, Эвелина Халевнеми, Финляндия. Валерий Дегрис, Белджин, Эвелина Халевнеми, Финланд, Анбайтен Мэддин. The previous contest for men Amy was won by Marie Pasquet, France. The contestants for men A are Musa Nasrou, Ukraine, Georgi Ну, не знаю, как он особо не напрягается. Да хрен, побольше посмотрим, мне интересно с вами. Ему делать больше, ему рисковать. Нет. Что-то проиграешь иконом, что-то проиграешь кукой. Согласен. Не видно, что напрягается проблема. На татами Пен одержал победу и вышел в финал категории 73 килограммов Вон Хи Ли, Корея. Вон Хи Ли, Корея, is the winner on that team. And thus, it's at the final. На татами Ан, Андреас Виктор Кельнер, Австрия. Гуйман Ван, Корея. Андреас Виктор Кельнер, Австрия. И Гуйман Ван, Корея. Ван. Австрия.
Вы что-то перепутали тут? Как? 66 банк-то до финала не дошел. Да ладно. Не до полуфинала. Подожди, оставь мне что-нибудь. Банк, видишь, он утешенный. Смотрите, сейчас что скажу. Да. На татами Пен одержал победу Коэн Флекс, Бельгия, и завоевал право спаривать розовую медаль в весовой категории до 73 килограмм. Коэн Флекс, Бельгия, is the winner of Men B. Андреас Миттерфельдер, Австрия, is the winner.